Петя. Очень хорошо пахло. И, возможно, действительно, то, о чем стали говорить сейчас, новое законодательство, новый закон внесет в это определенные рамки. И в общественных кругах, в журналистских кругах, разумеется, что нужно ввести упорядоченную систему, упорядоченную схему декларации общественности, тем, что у нас называется шалек, с представителями общественности, с публичными фигурами определенного уровня, ввести систему четкого декларирования своих доходов, имущества, которое находится в их распоряжении, с тем, чтобы раз и навсегда снимать вопросы, и тогда уже не будет сомнений ни у кого, человек говорит правду или он лукавит. Это, наверное, было бы на пользу самих движенцев, соискателей того или иного публичного пакета. Петька, Петька, Петюшка. Они знают, что существуют четкие правила игры, и коль скоро они эти правила игры соблюдают, то всякого рода сюрпризы, которые могут встретить по дороге, то, что происходит сегодня, не будут иметь места. Петька, Петька, Петюшка. Петя. Для самой президентской гонки, да, мы как-то вот обсуждая фигуру или события вокруг фигуры Петюшка, Петюшка. Выборы, да, действительно, через два дня, и какой новый политический расклад может возникнуть в этой ситуации. Понятно, что, учитывая, что двумя фаворитами был Руби Ривлин и Фолот, а остальные кандидаты, остальные четыре кандидата... Петька, Петька уходит. Петька уходит от нас, Петюшка. Петька. Петюшка. Петюшка. Петька. Петюшка, Петька. Петька уходит. Петька сегодня уходит. Петя уходит. Петюшка, Петя, Петюшка, Петя, Петька. Ну да, я и опубликовала сегодня Петя. То, что она опубликовала. Это верно. Да, Петька, Петюшка. Все заинтересованы в том, чтобы на этом этапе этот вот затянувшийся первый акт Международского балета наконец завершился, и общественность, переведя дух и взяв тайм-аут на протяжении вот этой вот новой президентской каденции, кто бы ни был избран, начнет обсуждать, наверное, уже совершенно другие сюжеты, о том, нужна ли нам президентская власть вообще, или в том виде, в котором мы ее имеем сегодня, не пора ли перейти к исполнительному президенту, или вообще ликвидировать эту должность, разделить функции между премьер-министром и председателем Кнессета, но это все уже будет через несколько дней. А пока, посмотрите. Вошедший тоже в аналог истории. С нами один из тех, кто организовал эту выставку.
Итак, сегодня 8 июня 2014 года Петя уходит от нас навсегда. Его громкий голос не дает спать никому в округе. Итак, Петя 3 года Петюшка.